гостинице «Парашина» на Алексеевской площади в последнее время ведется непрестанная азартная игра, писала «Самарская газета» в октябре 1896 года. Большей частью игроки собираются в бильярдной, в углу ее, на столике. Обыкновенно игра ведется под ручку. То есть один из играющих накрывает монету рукой, а другие угадывают, лежит ли она кверху орлом или решкой. А в ненастные дни собирались они часто. Гнули, бог их прости, от 5-10 наста. Бывали ненастные дни и в Самаре тоже. И собравшись в ненастные дни в гостинице «Парашина» на Алексеевской площади, не чуждые азарту самарцы угадывали, как именно лежала монета под рукой одного из игроков. Угадавший выигрывал ставку, не угадавший проигрывал ее. Надо сказать, что ставки иногда были довольно высоки, по нескольку рублей за раз. Среди прочих игроков выделялись те, кто не пропускал ни одного дня. И между ними один из известных в Самаре маркеров. Этот же маркер играл с посетителями и на бильярде. Причем ставки бильярдистов тоже были довольно высокими. Некоторые из них проигрывали десятки рублей в день. Однажды в октябре среди игроков появился какой-то двинский мещанин, выдающий себя за поверенного торговой фирмы. С его появлением в гостинице изменился и способ игры. Будучи, вероятно, хорошим психологом, новый игрок умел воздействовать на чувства играющих. Вынимая из кармана горсть новеньких блестящих четвертаков, он пересыпал их из руки в руку. А когда у посетителей достаточно разгорались глаза при виде этих блестящих монет, он предлагал угадать, чет или нечет. Предложение тотчас принималось подставным лицом, которое с легкостью выигрывало до нескольких десятков рублей. Но стоило сунуться в эту игру кому-нибудь другому, как его сейчас же ждал сокрушительный проигрыш, какой постиг, например, бедного конторщика, получающего всего-то 20 рублей в месяц, и за несколько минут спустившего последние 3 рубля. Об этих играх в гостинице, писала газета, по-видимому, прекрасно известно ее хозяину, так как нам не раз приходилось видеть, что игроки продолжали свою игру и при нем тоже. А однажды один из них даже предложил хозяину сыграть с ними, и тот молча удалился. Пора бы обратить внимание на эти игры кому следует. А пока в гостинице «Парашина» самарцы и гости города проигрывали рубли, в известном в Самаре пансионе без древних языков солдатской жены Ирины Неучевой разворачивались свои истории, две из которых стали предметом рассмотрения в Самарском уездном съезде 17 ноября 1895 года. Так, к проживающей в пансионе Неучевой в качестве проститутки крестьянской девице Ульяне Матвеевне Блиновой однажды наведался хороший гость, который подарил ей 100 рублей и увел ее от Неучевой к себе на квартиру. Однако хозяйка пансиона, для которой Блинова была хорошим доходным товаром, с которым ей совсем не хотелось расставаться, подала заявление в полицию о том, что Блинова якобы украла у нее деньги и бывшее на ней насильное платье. Рассмотрев это заявление, судья оправдал Блинову.
а уездный съезд утвердил этот приговор судьи. Неизвестно, посещали ли пансион неучевые гости Самары, останавливавшиеся в гостиницах на Алексеевской площади. Но если посещали, то избегая посторонних глаз и лишних разговоров. Малосостоятельные же обыватели, приезжавшие в Самару из уездов, горевали о том, что им положительно негде стало остановиться. Хотя номеров для приезжих в городе было много, но одни из них были слишком дороги, а другие, находившиеся возле Троицы, превратились в настоящие притоны, где стояльцам не было покоя ни днем, ни ночью. Особенно славились этими безобразиями номера, принадлежавшие некоему Кафтаненко. Располагались эти номера в самом центре города, между Предтеченской и Троицким базаром. На стене номеров висела огромная вывеска для приезжающих. Хотя в городе острили, что приезжающих здесь никогда не бывало. А существовали эти номера главным образом для приходящих. А лучше других это было известно служащим конторы сборов железной дороги, размещавшейся совсем рядом. На беду в этой конторе служил не один десяток женщин и барышень, которым приходилось поздно вечером возвращаться домой мимо злополучных номеров. И чего они только здесь не видели и не слышали. Около 10 вечера в номерах раздавались песни и площадная ругань. А у ворот стояли рабыни веселья и охранявшие их парни. Первые заговаривали с душками прохожими, приглашая их в гости. А вторые отпускали колкие остроты насчет проходивших мимо барышень. Но хозяина номеров это нисколько не смущало. Напротив, он даже расширил свое доходное заведение, открыв филиал совсем рядом с клубом канцеляристов. Дескать, милости просим, господа канцеляристы, не проходите мимо. У нас поят, кормят, ну и все остальное. Оставим на несколько минут Троицкую и злосчастные номера Кафтаненко и перенесемся на набережную реки Волги, временные обыватели которой, приезжавшие в Самару на летний сезон, жаловались на то, что житья им никакого не стало. Одолело, понимаешь, жулье. Тащат все, что попало, прямо у всех на глазах. А жаловаться некому. Сказать самим жуликам, чтобы не тащили, боимся. Сейчас показывается нож из-за голенища. Полиция сюда и не заглядывает. Вот и не спим ни днем, ни ночью. Караулим свой товар, а еще больше жизнь. А кроме того, тут же происходят едва ли не ежеминутные драки, во время которых пускаются в ход рычаги, кирпичи и камни. Да уж, завидовать торговцам, проводившим летние месяцы на набережной, стал бы не каждый. А тут еще прошел слух, что на Волге появилось много беспаспортных каторжан из Сибири. Прямо хоть собирай скарб и уноси ноги, пока жив. Но мы тем временем возвращаемся на Троицкую, к номерам Кафтаненко, пример которого оказался заразительным. И даже владельцы тех мест, которые года 2-3 тому назад считались приличными, глядя на процветающий бизнес конкурента, стали следовать ему в этом. Так, совсем недавно приставам второй части Галицким были составлены сразу два протокола на содержателя номеров Чайковского. По одному из этих номеров Чайковский уже оштрафован, сообщили газеты, а другой находится в производстве. Не худо было бы номера Кафтаненко
вывести куда-нибудь за черту города, например, в Солдатскую Слободку, где располагаются все известные дома. Ведь не секрет, что у него содержится целый штаб для удовлетворения нужд распутившихся постояльцев. Очень было бы интересно ознакомиться и со статистикой, почерпнутой в этих номерах из книг для приезжающих, содержать которые обязан каждый хозяин. Думается, что из этих книг в раз стало бы понятно, чем живут заведения, вроде принадлежащих этому самому Кафтаненко. А мы тем временем вернемся к хозяйке пансиона без древних языков, как застенчиво именовали самарцы заведение солдатской жены Неучевой. Как мы помним, последняя пожаловалась в полицию на кражу у нее крестьянкой Блиновой денег и насильного платья и была сильно огорчена решением судьи, оправдавшего ее бывшую сотрудницу. Больше того, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что Арина Неучева открыла свой пансион совсем не в том месте, которое было отведено полицией для заведений подобного рода. По этому случаю полиция составила протокол, а городской судья 4-го участка, разобравший это дело, приговорил Неучеву к месячному аресту. Собравшись на заседание, уездный съезд утвердил и это решение судьи. Вот ведь как бывает. Пожаловалась солдатская жена на кадровую текучку, а получила месяц ареста. Но ничего не поделаешь. Дура лекс, сет лекс эст. Закон суров, но это закон. Убедиться в этом пришлось в 1896 году и еще одному самарцу, который хотел сделать доброе дело, но не рассчитал своих душевных сил. И это еще одно гостиничное дело рассматривалось в камере городского судьи 2-го участка в том же самом 1896 году. На этот раз истицей по делу выступила содержательница номеров на Алексеевской площади Филимонова. А вот отвечал по этому делу мещанин Егор Бадов. Обстоятельства же этого дела заключались в следующем. Филимонова поила чаем зашедшую к ней в гости приятельницу Трофимову. В это время в номерах и появился Бадов, который стал просить Филимонову сдать ему подворное пространство ее номеров под бакалейную торговлю. А получив отказ, стал наносить ей оскорбления. Да так, что с Филимоновой сделался сердечный припадок. Выслушав стороны, городской судья постановил за оскорбление Филимоновой в публичном месте подвергнуть Бадова аресту сроком на 1 месяц. Вот только неизвестно, подействовал ли этот месяц на характер слишком буйного самарского бакалейщика. Об этом история умалчивает. Умалчивает она и о том, услышал ли кто-нибудь вопль самарских газетчиков об азартных играх в номерах Парашина на Алексеевской площади и в других гостиницах и номерах для господ приезжающих. И выигрывали, и отписывали мелом. Так в ненастные дни занимались они делом. С вами был Михаил Перепелкин.